Оп, коснулись, молодцы, ножки прямые. Так, заметили, да? Женщина, которая зашла, посмотрела, мы с ней поздоровались, она сейчас с нами не поздоровалась. Так странно. Может, не услышала? Отдыхайте? Отдыхайте, да? Ножки поднимаем. Чё, я всем про вчерашнее число, я всем записываю плюс один, да, но надо будет, чтобы Саша и Артём сегодня тоже повисели, а Диман и Арсений вчера же тренировались, вис на тканях, на штанинах, и надо, чтобы провисели сегодня, это будет очень интересное такое соревнование, вы друг друга поддержите. Я про это Диману сказал, если бы ты Никите сказал, он бы тоже пришел. Получается, Сергей Сергеевич, барабанщик, вчера выиграл для вас, каждому из вас выиграл по одному занятию. Уже на 55 перешли? Попить сейчас, погодите, продышите сейчас. Вот кто доделал упражнение, Саша, встали, на полу не лежим. Смотрите, сейчас встали, Дима. И теперь вот так. Вот так сделайте, пожалуйста, 50 раз. Вот это будет раз, два. Да, можно погулять, выходить. Слышите, да? Раз. Два, да. Это называется упражнение веретенышко. Можно подбивать, чтобы, знаете, укрепить пресс и спину, сам массаж. Фу, да, классная штука, да. И потом можно в танце, когда взрослыми будете, можно так танцульку устроить. Это еще пригодится для рукопашного боя. Да, подвигайтесь, продышитесь, потом попить, умыться в туалет. И начинаем физушку. Сашка, физушку. Сейчас еще твой учитель по трудам придет. Надо, чтобы ты здесь вообще все сделал. Супер. Супер-пупер. Сделали? Кто сделали? Дим, пойдем сюда температуру потихонечку. Давайте потихоньку. Ну, мерить сразу. 63, 65, 60. Ты на сотки, да, перешел? 67, 68, 69. Так, Александр. 3, 6, 2. Руку помери. Ну давай, помери, парни. 69, 82, 83, 84, 85. Он такой, да. 3, 4, 5 и 6. Контрольный. Так, да, еще и Диме тоже помери. 35, 6. Контрольный помери. Ну это потому что он на холоде здесь, на холоде мерил. 34. 100. Молодец. 34. Идите сюда, каждый идите сюда. Стоп, стоп, тихо. Руку. Руку. 36,2. Но это итог, парни. Это он на расстоянии, ну то, что он 35,9, 35,8, 36. Видишь, на разном части руки, разные. 36,2 тоже, видите, на разной части руки по-разному. Хочу проверить. Давай, 36,5. 36,6, 36,4. Давай, я ты руку хочешь нагрел. Натереть? 36,8. Нифига себе, почти. 35,7. 35,5. 36,6. Все нормалек. Так, все, попить, умыться в туалет. И продолжаем стойки на руках у стены. А когда мы будем на турниках? Да подожди, Саш, ну я еще из вас записываю, иди сюда. Сколько у тебя занятий, помнишь, осталось? 4. Давай посмотрим. Кузнецов и Александр Федорович. Было 5 29 числа, потом тебя не было. Да, если сегодня ты четко все делаешь, плюс один, тебе подарок сделаем. Сергей Сергеевич вчера выиграл, понял? Сергей Сергеевич, увидишь, поблагодари. Да? Все, парни, стоечки помните, да? Стоечки у стены на руках пробуем. Сантей, Арсений, Артем. Подтянуться? Можно подтянуться один раз. А что ты хочешь сделать? Саша, аккуратнее. Саша, соскоки не делай никакие. Пока не делай соскоки, просто крутанись, но не делай соскоки. Какая разница, равно даже на маду у тебя можно.
Конечно, ручки соскочат, еще что-нибудь такое. Арсюх, давай тоже с Артемом, знаешь что, потренируйте пистолетик. Вот то, что сейчас Александр нам изображает. Артем, помнишь пистолетик как делать? Вот так. Давай, поделай, пожалуйста. Да, пистолетик, да, давай. Оп, молодец. А теперь, Сантей, а теперь знаешь, что надо сделать? Тебе надо к Артему и к Арсению подойти и рассказать им, как делается пистолетик на вот том маленьком турнике. Диман, иди сюда. Диман, подойди, пожалуйста, сюда. Перчатки берите, да. Так, смотри. Вот занятие. Было 5, 6 занятий. У тебя было 6. Плюс 1, Сергей Сергеевич. То есть сегодня 6. Вот смотри, сделаешь 6, либо 5 плюс 1. Давайте 5 плюс 1. 5 плюс 1, да, рисую? Плюс молодец. Попроси. Ну, плюс 1 просто есть как бы такая, да, на верочку, на гарантию. Плюс 1. Серега красавчик, да, вчера выдержал? Вообще, ему так тяжело было. Я рассмеялся. У меня после 5 секунд уже ногти не делают, блядь. А он долго висел. Так, Сантей... А что у него руки потом это... Ну, у него палец не разгибался. А я потом начал разгибаться? Да, замкнуло. Позови Арсения, пожалуйста. Давай, Арсений. Пистолет. Ты Артему и, Артему и Саше пистолетик сделай. Арсений, беги сюда. Дим, ты там давай страхуй парней, расскажи про пистолетик. Арсений, беги сюда, пожалуйста. Так, смотри. Шорганов Арсений Игоревич. Вчера было 2 занятия, но так как Сергей Сергеевич одно выиграл, да? Красавчик он? Он целое занятие вообще выиграл. То есть получается 20 плюс 1. Сегодня получается 1 плюс 1 и еще плюс 12. То есть получается это... смотри, пишу. 14. Да, пишу. Вот так вот. 12 плюс 1 и плюс 1, да? Красавчик. Что потом будем делать? 13, ой, будем делать потом 11 плюс 1 плюс 1 или 12 плюс 1, вот сам выберешь, да, как выбирать цифру. Все, беги, пистолетик делай. Вот надо. Дима. Парни, секундочку. Постелите, пожалуйста, синие маты безопасность под турник. Диман, только темно-синие маты. Артем, страха нет, братан. Выход на 3-0 что-то для начала надо. А вот чтобы... Нет, нам на детский турник, пожалуйста, постелите маты. Артем, сейчас все сделаю, не переживай. Только там стой аккуратнее, ладно? Саша, да. Вот этот мат надо заправить поролон. Не надо, зря ты его так бросил, браток. Сейчас будешь поролон заправлять вместе с кем-нибудь. Сам заправишь? Хорошо, в сторону его отнеси и сам заправляй. Относитесь, пожалуйста, бережно, ребят. Ну реально это все денег стоит. Мы физически тяжело очень. Очень тяжело. Если вы даже не представляете, как это трудно все это обеспечить, безопасность, чтобы было. Артем, аккуратнее. Ладно? Все, так. Дима, задача тебе с Арсением и Артемом подготовить выход на 3 и пистолетик. Задача Сантея на обе ноги сделать выход на 3 и пистолетик. Надо пробовать. Все, Диман, под контроль Арсений взял. Маты только хорошо, Дим, постели. Маты только хорошо постели. Арсений, погоди, братуха, погоди. Сейчас он тебя подстрахует. Постели маты только хорошо. Безопасно, Дима, маты постелить надо. Вы только, Дима, Саш, вы только объясните, что он должен мах открытой ногой делать. Все, Саш, маты заправляй, Диман там справляется. Все, пожалуйста, не хулиганьте. Не балуйтесь. Не балуйтесь. Не надо, чтобы сегодня Артем и Арсений научились выход. Саша, я тебе... Ты чё? Упор лёжа принять?
Быстрее. Упор лежа принять, быстрее. Упор лежа принять, быстрее, быстрее, быстрее. Я тебе сказал, отодвинуть мат надо. А там ты мешаешь исполнению элементов. Я тебе сказал, отодвинуть мат надо. Упор лежа принять. Артем, давай быстренько. Давай, да. А куда деваться, Сантей, если ты не понимаешь, братан? Ну что это такое? Сейчас каждый делает по 8. Счет по 8. Давай, Артем, начинаем. По 8 раз. Только, пожалуйста, правильно. Дерей, красавчики, по 8 надо делать, не торопитесь. Дышим громко, считаем громко. И все обязательно поблагодарите. 8, давай. Молодец, Диман, качаем, качаем. 8, молодцы, все, разбежались по снаряжению, Сантей. Саш, братишка, отодвинь мат в сторону, чтобы ты никому не мешал, ладно? Только не рви его, только не рви. Если ты сам не справляешься, попроси о помощи кого-нибудь, Сантей. Только маты застели, пожалуйста, ровненько. Артем, надо сегодня выход на 3. Всего лишь 32 отжимания. Все, Артем. Выход на 3, помнишь? Надо. Дима, сегодня ты и Саша, вы чуть-чуть учителями побудете. Надо младшим братьям поделиться элементами. Давай, давай, посмотрим. Сантей, его туда не нужен мат. Не-не-не, этот под взрослый стиль. Там хватит матов уже. Будем, под взрослый. Там он не нужен сейчас. Да, молодец, как Тарзан, да, как самурай и ниндзя. Все, под взрослый его стиль оставляй, да. Все, вы там застелили. Красавчики, все, поехали, исполнение. У нас есть 2 детских турника, если вы помните. Один, Дима, один слева от тебя. Дима, один слева от тебя, слева от тебя. Да, и один там. Туда тоже постели, пожалуйста, мать. Под тот, Диман. Да, вот синий мат под тот детский тоже постели. Вот синий мат, вот, Артем, погодите. Артем, вот здесь найди синий мат в куче. Есть такой темно-синий? Вытащи темно-синий один и под детский турник постелите. На маленьком такой полет цвет, потому что он пониже находится. И еще не очень страшно. Да. Получилось? Молодец. Артем, Сантей с Арсением пока, ты с Артем. Ой, отставь. Дим, ты с Артемом, а Сантей с Арсением. Саш, на левую и на правую должны одинаково сделать. Саш, если у него получилось выход на 3 сделать, теперь делай пистолетик. Только пусть он от железки подальше отодвинется, в центр пусть он подвинется, в центр. Арсений, делаем вместе с Сантеем. Сантей, а ты можешь на высоком делать это же. Обязательно сегодня надо сделать выход на 3 и пистолетик. Принцип объясните, мах ногой открытой. Арсений, махай ногой открытой. Оп, молодец. Давай, давай, давай. А теперь держись ручками крепко и кувыркайся вперед. Крутись вперед. Ручками крепко держись. Ручками крепко, Арсений, держись, не бойся. Раз, молодец. Ай-яй-яй. Смотри, ногу надо вот так держать в крючке. Нога, чтобы в крючке у тебя была. Саш, показывай, Арсений, отойди. Да, смотри на Сашу. Арсений, смотри на Сашу. В крючке ногу. Да, не замыкай. Не надо ее обвивать. Просто, да, просто все, поехали. Раз он махнул. Оп, махнул. Под коленкой? Терпи, надо перетерпеть, я знаю. Перетерпи. Сначала выход на 3, Дим, давай. Красавчик. Оп, махнул, Сантей. Давай, давай, Арсений, надо сегодня сделать, да? Мах, прям мах на. Опа, мах, давай, 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 давай. Молодец, Артем, Арсений, давай. Опа, мах, молодец. Ручками крепко держитесь.
Меняйте на левую и на правую ногу. Если больно, отдыхаем. Дима, тогда ты делаешь. Пока Артем смотрит на тебя, делаешь ты. На левую и на правую. Одинаково должны делать. Бояться не надо. Надо перебороть страх. Там падать-то невысоко и мягенько упасть. Конечно, на улице, парни, на улице не модничайте. На улице не чтобы вас не смогли как бы развести. Да? Ну покажи, покажи. И скажи, пойдем в зал, я тебе все круто покажу. На улице. Да это у всех бывает. Арсений, давай, Артем, пробуй на левую и на правую. Дима, помоги Артему на левый и на правый. Давай сам делай, да. Открытой ногой делаешь мах, да. Терпи ногу. Смотри, если тяжело это, если чувствуете где-то... Артем, Арсений, парни, тихо, стоп, внимание. Если чувствуете, тело болит, переходите на другое упражнение. Допустим, надо сейчас соединить выход на 3 с подъемом, с переворотом. Договорились? Дим, помогаешь. Ладно, делаешь сам, помогаешь. Саша, делаешь сам, помогаешь. Отходи, Сашка. А твоей безопасности переживает. Артем, на маленьком турничке сможешь поднять переворот? Все, пробуем. Пожалуйста, проверяйте. Сантей, маты чуть-чуть на тебя сдвинь. Контроль, да, на себя, да. Еще побольше сдвинь, чтобы не улетел никуда. Я уже походу, почти трансляцию запустить. Давай, запускай. Сейчас Арсений опять запустит интернет, трансляцию, да, эфир. Прямой эфир. Поэтому делаем красиво. Миллиарды подписчиков ждем. И все такое. Где запустишь тебя, он спрашивает? Это Саша, передашь варежки? Александр, Арсений, поблагодари, что он варежки твои носил. Да? Все молодцы, все красавчики. Все. Тебе нужна розетка там, Арсений? Я на всякий случай просто подключу. А нормально, что он так поклонил? А, да, конечно. Не, вот я одна была. А, да это так оно и было. Проверка должна быть какая? Подошли, проверили всегда, любой на улице, где подходите. Я сейчас пойду попить возьму, парни, только без баловства. Так. Я все время разрыв понимал, нужно сначала притянуться так, и потом ноги подойти. Так, тяни, молодец. Это выпило тут. Вытянулся, красиво, вы ножки натяни, да. Я хочу, чтобы вы сейчас добились ты, чтобы делали вот так же. Попробуйте с этим сделать. Я уже могу так. Пистолетик научусь.
связывает между собой. Да. Ну, кстати, да. Тоже сложно будет. Кстати, выход на три. Я научу на улице делать. Молодцы. Ой. А я тут, я просто, когда Дима делал, я просто залез на этот турник и сделал. Когда мы стали. Саша, Марк, проверяй, пожалуйста, целостность любую. Дима, Артему возьми в команду. Пойдем с приборами. Артему там тоже тарзаник нравится, но... На турничках. Всякое, всякое, да. Ребят, вы должны соединять элементы с силовыми действиями. Тебе нужно уметь хорошо потягиваться, чтобы делать балет перерывом. Тогда тебе нужно делать так ножки, а уже ноги. Одновременно надо подтянуться и поднять ножки за перекладину. Как можно научиться потягиваться? Смотри, держи, в общем, берешь. Тут вот такие вот, обычно вот так. Да, вы там настроите красиво, чтобы эфир у вас красивый был. Так, я возьму попить. Пожалуйста, не хулиганьте, ладно? Попить, умыться в туалет разрешается. Вы делаете спокойно, передых делаете. И с собой еще полотенечко, чтобы не забывали. Это, пожалуйста, снаряжение, если видите разбросанное, поправляйте, ладно, снаряжи. Положить на место, там, чтобы все ровненько было. Я пойду возьму попить. Все. Большой брат, молодец. Артем взял полотенечко. Красавчик. Единственный, да, сегодня полотенце? Арсений. Арсений. Арсений, ты полотенечко взял? Артемка единственный, молодец. Ну, в рюкзак. Ну, пока здесь, вот здесь стенки сложите, да. Запиши в блокнотике в своем. Взял полотенце. Что, носки шерстяные. Любое полотенце можно. Сергей Геннадьевич. Любое полотенце можно. Ну, желательно большое, чтобы ты... Вот он найдет. Да. Саша, Саша, пистолет, пойдем с переворотом, выход на три. Пожалуйста. Вот это тоже. Все, делаем, сейчас я приду. Не хулиганим, ладно? Сейчас я приду и начнем, парни. Это вам не хухры-мухры. Сейчас связочки будем делать, конечно. Артем, ты-то можешь, например, соединить вот такое красивое какое-нибудь ловкое действие с перелетом на турник, сделал на турник и потом опять здесь, например, подел. Постарайтесь объединять ваши умения и способности, чтобы оно выглядело очень красиво. И всегда берите, пожалуйста, с собой носовой платок. Зрители бесконечные. Зрители? Да, там нолик такой. Ну это значит бесконечный. Конечно, бесконечный там, зритель. 805. Все, парни, не балуемся. Посмотрите такой фильм «Бесконечного ультаморца». Как? Фильм «Бесконечного ультаморца». «Бесконечное ультаморца»? Да. Нет, не видел. А интересный фильм? Я Жамбанов снимал, да. Ну, скоро «Матрица» будет. Вот, наверное, будет. Ой, а скоро еще «Бесконечное ультаморца». А смотрите, какая штука. Все детские сеансы, вы нам сообщаете, какие фильмы вам хотелось посмотреть, мы будем разыгрывать билеты в кино. С разрешения родителей, чтобы родители знали, будем разыгрывать для всех билеты в кино. Это же круто, да, подарок сделать? Я понимаю, что многие могут сами себе купить или кто-то там подарит, но когда ты еще выиграл... А вы силовой можно учить? Склёпку. Он хочет любовь. Он не хочет пока склёпку, а пойдёт в приворот. Ну всё, Сергей Геннадьевич, здесь безопасно ставить спеть. Да, поехали. Артемий, пойдёшь в приворот, помогёшь? Нет. А ты, Саша? Вот. Ну покажи. Ходи, дай посмотрим сейчас на Александра. Дима, стоп. Сейчас дай посмотрим на Александра, на подъезд в приворот. Я здесь, знаете, тоже мешаю. Да хорош. Это скользит. Да хорош, ты чё? Да хорош. Ты чё, скользит? Я без этого хватит. Вообще, дай перчатки, пожалуйста. Вы пробуйте мои перчатки. Давай, давай, давай. Ты ещё запорили перчатки один. Вообще будет. Сейчас, сейчас. Вот сейчас я вам делаю. Сейчас. Не нам, ты для себя сделай, а не нам. Ты раз в прыжке. Диман, короче, у тебя три воспитания сегодня. Это... Нормально? Тебе нормально? Тебе знаешь, что нужно понять. Ничего не то.
Тебе надо сначала потянуться, а потом ноги. У вас есть группа воркаут? Кого? А у вас? Я могу. У них и на ноги тоже? Да, может, у них и группа есть. С друзьями. Меня, ты брат, дядя. Все. Арсений, Саша, да. Артем, Дима, смотрим. Только сейчас кувырнем. Оп! Малай! Давай! Ножки, мах! Мах ножки. Малай, смотрите, пожалуйста, пойдем с переворотом. Я могу. Можно я? Сейчас, секунду. Покажу дальше. Надо вытащить здесь. Аккуратно, давай. Ноги махай. Да, и давай. Вперед в голову, а это ноги махай. Давай. А потому что, да, потому что ножки махают. Сейчас объясню. Дим, секунду, отойди, я попить возьму. Смотрите, в перчатках делаю, чтобы не было отмазок. У вас там другой. А, да это что? Чтобы это скользко. Неважно как. Артем, смотри внимательно. Да, должно быть, даже если тяжело, Саша, смотри, пожалуйста, Арсений, Артем, даже если тяжело, надо стараться эту тяжесть и трудность преодолеть. Смотрите, я взялся, спокойно поднимаю ножки, подтягиваю, спокойно вышел. Вы кто? А потом нужно хочешь. И а красиво кто? Уже делаете. Мы? Вы? Мы, смотри, брат. Смотри, как будет Бог. Что, че, я всего лишь человек. Ти! Да. Я не знаю, че... Дима, Артем, братишка, Арсений, Саша, научись, пожалуйста, тебя сделать подъем с переворотом. Парни, пожалуйста. Сергей Геннадьевич, Сергей Геннадьевич, статика. Давай, оп, самолет. Супермен, смотри, если ты сделаешь подъем с переворотом, ты очень быстро на турник будешь взлетать, очень быстро, очень красиво. И потом сможешь сделать. А где твои эфиры? Нет. И потом сможешь что угодно сделать, Дима. Построй, собери ребят, объясняй все, Саша, больше не нужны, положи куда-нибудь это. Вот знаешь? Либо пистолетик делай. Я могу тебе. Пистолетик вот, делай. Это хватит, не делай. Я сам так сам убедился. Смотри. Я сейчас быстро. Артем, только аккуратно, ладно? Сейчас проверим. Ну что, сейчас немножко отдыхаешь, а давай потом поделаю элементики. Тебе сначала потянуть, а потом ноги. А потом ты, Диман, для себя ощутишь, когда никто не слушает, но надо дать задачу. Вот и сами поймете. На каждый раз, на свое время, когда открывали первые залы, мы делали такую штуку, каждый день был новый ведущий. Чтобы каждый понял, когда галдеж, как учителю тяжело. Когда вы не уважаете, учитель стоит, а какая-нибудь женщина смотрит на это все, или мужчина, ничего уже не могут сделать. Вы, чтобы понимали ответственность. Поэтому, пожалуйста, отнеситесь друг другу с братской любовью и с пониманием. Договорились, Диман? Всем, я пока ушел-пришел, чтобы все сделали уже 100 подъемов с переворотом. Сколько? 100. А вы на сколько? На 8 часов? Нет, на 5 минут. Нет. Да, это вам надо за одну секунду, вам надо 20 секунд сделать 3 подъема с переворотом. Я максимум один и то не шел. Давай, прокручиваешь? Нет. Главное, чем дальше, тем лучше. Сашка, аккуратнее. Ну ты что, брат, сейчас будем отжиматься. Я хочу. Сейчас будем отжиматься. 360. Сейчас будем отжиматься. Пойдем с переворотом. Я тебя прошу сделать. Пойдем с переворотом, пожалуйста. Пойдем с переворотом на 360. Саша, пойдем с переворотом, пожалуйста. Вот чтобы давай. Дима за тобой наблюдал и чтобы Артем видел, как ты делаешь, пожалуйста. Артем, аккуратнее, ладно? Нет, давай. Все, нет, видишь, не увлекайся. Видишь, мах прям сделать. Давай. Снимай. Артём, ты куда полез? Я хотел немного удлинить. Да. Ты подъезд переродом, чтобы сделал, понял? Да. Димарик, под контролем всех держи, да? Прямо реально. Раз, два, а три. А давай пока отведем. Выход на три, хорошо? Сейчас. Дима. Ты подъезд переродом тоже тренируй. Как будто я прям подъезд переродом и смотри. Смотришь? Аккуратно упадет. Там этот трясет турник. Да, блин, я не могу эту штуку поправить. Так, где переворот? Я три ложь. А четыре ложь. Подожди, переворот у меня здесь. Давай. Давай! Сам сделай! Хорошо, переворот! Блин, ну дай ты еще, ну это вот... Куда утки? Артём, я твои, а я сделал, давайте тоже. Давай.